новый язык. Wow! Так, процедура знакомства окончена. Мы попрощались, а теперь давайте подумаем о том, как нам дается новый язык. Понятно, что нас не всегда правильно понимают, и что мы тоже понимаем не каждое слово. Попробуем добавить к своим знаниям несколько предложений, которые помогут нам в затруднительный момент. Первый вопрос, на каком языке мы будем общаться – вы говорите, вы знаете, парлеву. Парлеву. Вы знаете английский, французский, английский, французский. Англей, францей. Англей, Испанский, немецкий. Espagnol, Allemand, Espagnol, Allemand, Italien, Arabe, Italien, Arabe, Italien, Arabe. Quelqu'un parle russe? Скорее всего придется объясняться на иностранном языке, но может быть вам повезет и рядом окажется говорящий на русском или на другом знакомом вам языке. Кто-нибудь говорит? И а тил ки и ки парл? Когда трудно разобраться, не стыдно попросить помощи. Возможно, вы услышите желанную фразу: я немножко понимаю. Je comprends un peu. Je comprends un peu. Не стесняйтесь попросить. Пожалуйста, говорите помедленней. Pourriez-vous parler plus lentement Pourriez-vous parler plus lentement euh, Что он сказал Что это означает ce que ça veut dire Vous pouvez Pourriez-vous me traduire cela Pourriez-vous me traduire cela On peut préciser qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Слово, предложение, выражение. Семо, сет фраз, сет enseigne. Семо, сет фраз, сет enseigne. Менеджер, я пытаюсь уловить смысл. Вы можете повторить? Пожелу répéter. Пожелу répéter. Если вы не понимаете, не стесняйтесь переспросить, что он сказал, что она сказала. Я-то думала, что знаю язык, но вижу, что никто не понимает, что я говорю. Придется задать вопрос. Est-ce que je prononce bien? Est-ce que je prononce bien? И наконец, вы меня понимаете? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Как приятно будет вам услышать. Я все понимаю. Je tout compris. Je tout compris. И как печально услышать. Я не понимаю ничего. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien Compris. Иногда проще записать нужную информацию, особенно если это адрес или маршрут. Пожалуйста, запишите. Pourriez-vous me l'écrire? Pourriez-vous если нет возможности записать, например, в телефонной беседе, стоит попросить. По буквам, пожалуйста. Чтобы сделать собеседнику приятное, поблагодарите его и скажите... Si я si понимаю. »« J'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant.